В этом году республика вложила около 500 000 000 рублей в подготовку к отопительному сезону. Муниципалы деньги получили, а вот с оформлением бумаг затянули. В итоге паспорта готовности к зиме на сегодняшний день есть далеко не у всех. Шансы справиться еще есть. По актам готовности надо дорабатывать. Срок давайте установим вот до 15 декабря. Акты готовности надо максимально получить. Это тоже личная ответственность глав. Еще один проблемный вопрос – это долги перед энергетиками. Между муниципалитетами распределили существенные дотации от республики. Это 1 миллиард рублей. Деньги начнут поступать на этой неделе и помогут перекрыть существующие долги на местах. Получив те дотации, которые придут в размере чуть больше миллиарда на муниципальные районы, главы распорядились должным образом эти средства и каким-то образом загасили задолженности, в первую очередь, по электрической энергии. Иначе будут серьезные проблемы. Вы будете приходить к нам и разводить руками. Полина Назарова, Ольга Коржова, Станислав Колчинаев, РТС.